Настройка вертикального положения опоры, или как ее еще называют, конструкция, это основной и очень ответственный этап установки всей моторизованной системы управления спутниковой антенны. Если раньше при установке настройки силового подвеска измутали спутниковой антенны, этой структурной настройки не было необходимости, то в случае установки без подвеска от точности проводимых действий будет напрямую зависеть общее количество спутников, которых возможно будет принимать сигнал. Что же произойдет? Если эту настройку сделайте совсем точно. Возьмем, например, неправильно установленную спутниковую опору, наклонный в левую сторону, или, по-другому говоря, заваренную в левую сторону. При таком положении опоры пользователь не сможет принимать всю видимую часть функции спутника, так как дуга, описываемая спутником антенны, находится в подвеске, добавится в левую сторону, куда будет напоминать сама опора. Вот почему при установке мост подвеска от спутниковой антенны вертикальное положение опоры имеет очень важное значение.